Дальнейшая спортивная судьба казахстанских тяжелоатлетов из-за допингового скандала на чемпионате мира в Хьюстоне до сих пор неизвестна. Напомню, что в применении запрещенных препаратов обвинены Алмаз Утешев, Жасулан Кадырбаев и Ермек Умертай. По словам вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Крюкова, сейчас идут разбирательства, и Международная федерация тяжелой атлетики решение относительно атлетов еще не вынесла. Я отмечу, что сейчас весь спортивный мир сотрясает допинговые скандалы, связанные с мельдонием. На днях Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке 450 проб, взятых на Олимпиаде 2008 в Пекине. В результате оказалось, что 31 спортсмен принимал противозаконные препараты. Между тем, сегодня в Астане прошло совещание глав спортивных организаций Казахстана по вопросам антидопинга, где в частности говорилось о том, что защита так называемых чистых спортсменов и борьба с применением запрещенных препаратов в спорте станет одной из главных тем Национального олимпийского комитета. У нас нулевая терпимость к допингу, что Казахстан демонстрировать будет и всегда демонстрировал приверженность этой именно общей стратегии, определяемой Международным олимпийским комитетом. И в этом случае мы все должны адекватно понимать последствия использования допинга. Это раз. Во-вторых, завершила работу антидопинга, независимая антидопинговая комиссия Республики Казахстан совместно с ВАДА, которая выработала резолюцию, на основании которой будет принята дорожная карта, и в ближайшее время, значит, будут приняты меры по реформированию системы антидопинга в Казахстане.